во-первых, страшно, во-вторых, всегда думаешь, что что-то может не получиться, что-то может быть не так. Но мне кажется, сегодня все будет отлично, потому что ко мне пришли старые друзья, ко всем нам пришли наши старые друзья. Еще пришли новые друзья, это очень приятно. Еще пришли все те, кого я не знаю лично, но это особенно приятно, что вы выбрали время и пришли ко мне. Меня зовут Таня Ева, я Лена Юрьева. Я хочу представить музыкантов. С большими глазами Евгений Лебедев за клавиши. Сегодня Сеня Кирилл Афонин, бас. Красавец мужчина Александр Зингер, барабан. Ну и наш специальный гость, не меньше красавчик, Тимур Некрасов. Подошел к нам звукорежиссер, один из звукорежиссеров, и говорит: я первый раз вижу артистов, которые делают свои программки. На самом деле, то, что у вас лежит на столах, это не совсем программки, хотя многие из того, что из стихов, которые там написаны, являются песнями, и они будут звучать сегодня в фонаре. Вот, на самом деле, это нечто такое, как бы, пока альтернатива альбому нашему, потому что мне очень хочется, чтобы вы что-то взяли с собой, когда уйдете. А пока, кстати, есть у нас новая, как бы, буклетик новый, да, он посвящен цветам. Вот. Дело в том, что многие песни, многие стихи как бы так рождались из цвета. И вот то, что мы сейчас сыграем, следующая песня, это такая как бы картина.
если бы мне сказали, нарисуй картину, напиши картину «Расставание» или название ее было бы «Прощай», то не знаю, как у вас, а вот у меня бы наверняка это была какая-то картина в синих холодных тонах. Вы, кстати, можете открыть буклет, ознакомиться с содержанием того, что будет происходить, но там только половина сюжета. Между небом и водой. Увидишь белый, о, предо мной, как вы, всего.
Спасибо. Следующая песня никак не ассоциируется у меня с цветом, по крайней мере, у меня. Вот. Но у нее есть одна очень важная, как мне кажется, мысль. По крайней мере, это мой опыт. Мысль такова, что ты можешь расстаться с близким человеком, вы можете вообще не видеться, но вы можете как бы так встречаться глазами, проходя друг мимо навстречу друг друга, друг другу. И этот человек на самом деле может быть просто прохожим, но ты увидишь что-то в его глазах, что будет тебе напоминать о твоей любви. И на самом деле в этот момент ты понимаешь, что это одно и то же, что это может быть один и тот же человек, что любовь, она не знает имен. Я буду рядом.
Спасибо. Вы знаете, в нашей программе есть не только мои песни, есть еще две, мне кажется, гениальные композиции. Одна из них очень известна, а другая совсем неизвестна. Вот сейчас мы сыграем, ну, может быть, конечно, музыканты знают, конечно же, эту песню. На самом деле это даже не песня, а инструментальная композиция, которая была написана таким гениальным музыкантом 20 века, 21-го. Херби Хендрик. Вот. И композитор называется Butterfly. И кто-то из нее сделал песню, я, честно говоря, не знаю кто. Вот мы сейчас ее исполним. Lies you.
Ну что, сейчас... Не выдавай. Кирилл мне подсказывает, не выдавай всю историю. Почему? Когда? После песни, что ли? Нет, я должна рассказать. Это песня про сны. Песня про сны о том, что... У человека с больной фантазией бывают очень яркие сны, настолько яркие, что потом просыпаешься и думаешь, что на самом деле то, где ты сейчас был, это и есть твоя настоящая реальность, а то вот куда ты просыпаешься, это какая-то серость, вообще неинтересная история. Бывает такое, вот такое, может быть? Окей. Вот. А как бы суть в том, что вот разница между вот этими двумя реальностями в том, что во сне ты себе можешь позволить все что угодно. Ты можешь ругаться матом, что в жизни может быть редко. Ты можешь, наоборот, кому-то признаться в любви, что тоже на самом деле не часто бывает. Вот, ты можешь вот побежать вот, и взлететь, или сквозь стену пройти. И на самом деле это все так ощутимо, это так реально. И потом, когда ты оказываешься в своей будничной, так скажем, реальности, ты думаешь, блин, ну вот мне кажется, что-то подобное возможно в жизни тоже. Я могу вот сделать все, что я хочу, я могу взлететь, полететь. И маяком для этого является что? Является любовь, потому что там, где-то там, куда ты пролетишь, полетишь, там тебя ждет любовь. Песня называется «День и ночь». Thank you.
Красавцы, красавцы. Спасибо, лучшие, да, правда. Сейчас мы сыграем песню. Ну, такая не очень обычная для меня, потому что была написана по заказу. Вот. Написала девочка, говорит, вот мы выпускаем альбом, приуроченный к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот как-то не хочет написать песню, там много музыкантов участвует. Вот, и я как-то так собралась и очень быстро написала. И мы сейчас ее сыграем. «Весна». В отличие от стихотворения, смелей. И
такая целая история. Целая история, если не против, то я ее расскажу. Нет? Да. Рассказывай. Хорошо. Ну, в общем... Я нахожусь, ну, скажем так, в загородном доме, в деревне, точнее, в деревне, и ни одного фонаря. Ночь. Рядом со мной огромное окно без занавесок. Я вижу ночь. И я вижу, что она совершенно синяя, вот такая прям насыщенно синяя ночь. Причем, что ничего не подсвечено. Хотя вру, подсвечено. Подсвечивает эту ночь, собственно, луна. И я вижу эту луну, собственно, как лицо этой ночи. Ну, то есть, лицо, скажем. И я смотрю на эту луну, и я вижу ее не полностью, я вижу ее половинку. И это наводит меня на размышления, на рассуждения о том, что я, в принципе, все, любой человек, мы можем быть непроявленными, мы можем себя чувствовать как, ну, что-то неполноценное, незаконченное, какая-то половинка. Вот. И тут два варианта развития событий. Либо ты ищешь себе эту половинку и становишься в каком-то смысле одним целым, либо ты сам ищешь себя, развиваешься, растешь духовно, и ты сам становишься, вот, можно сказать, полноценной личностью, но тогда тебе никто не нужен. Каждый, видимо, выбирает сам для себя, какую дорожку выбрать, занять. Но вот на тот момент, когда происходила история, я говорю Луне, ее половинки, смелей, поцелуй меня и склей наши половинки, мы будем одним целым. Смелей, поцелуй склей, мою половинку лица своей.
Спасибо огромное. Сразу начнем, не буду говорить. Там все достаточно прямолинейно. Песня говорится о том, что я немножко занимаюсь переводом с русского на русский, но это имеет место быть, потому что не все понимают мой русский. Возможно, ситуация со временем меняется в лучшую сторону, но есть такой момент. Поэтому как бы, я обязана вам сказать, о чем история. История о том, что, как, впрочем, многие мои истории, это история про отношения между людьми. Это история о том, что люди находятся вместе, но они делают вид, что как бы ничего не происходит. На самом деле, они уже давно не вместе. И когда они рядом, такое ощущение, что никого нет. Нет никого. Thank you.
Сейчас реально все зависит от меня, потому что следующая вещь, ну, для меня очень сложная и по исполнению, и по подаче. Женя пытается меня подбодрить, конечно же. Спасибо. На самом деле ты делаешь неправильно, потому что нужно настроить слушателей на серьезный тон, серьезный лад. Понимаешь, да? Песня очень серьезная. Но правда, песня о том, что в жизни бывает так, что наши родные и близкие уходят из жизни. И это такой момент очень странный. Странный, потому что ты понимаешь, как бы, одной части мозга, что его нет, как бы, в мире, скажем так. А другой частью мозга ты продолжаешь с ним общаться, ты продолжаешь, как бы, жить такой же жизнью. И это место, вот откуда мы говорим с нашими любимыми, находится где-то глубоко внутри. Песня называется «Где-то внутри». Способность
Ну все, самое страшное позади. Сейчас я упоминала, напоминала о том, что у нас есть две, да, гениальные композиции в нашей программе. Написанные, да? Мы люди. Нет. Спасибо большое, что знаете репертуар. Нет, это песня, которую никто не хочет играть со мной. Никто. Вот из них никто не хочет играть. Я уговариваю. Вот они сейчас как бы, да, отнекиваются, но на самом деле никто не хотел ее играть, а я хотела. Мне кажется, ее... Извините, пожалуйста, а мы как бы в одну сторону говорим или в обратную сторону? Я очень рада, если вы скажете. Буду рада. А мы люди будут, кто еще за мной люди? На самом деле нет, такая песня у нас очень особенная. Мы не по один раз... Давайте так, я вам обещаю, что на следующем концерте 15 апреля в клубе Бутмана мы ее сыграем, просто мы реально не готовы, мы не репетировали, половина не знает вообще, о чем речь. Вот. Но 15 апреля даю слово, вот, что мы ее сыграем, так что приходите. А сейчас речь о вещи гораздо более красивой, да, Лена уже предчувствует, о чем речь. Ну, в общем, Бесову мочу. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Я не верю. А никто не хотел время, например? Все хотели время. Вы меня спасли. Сейчас именно этой композиции просто очень время. Thank you.
Ну что, друзья, мы подошли к концу, у нас осталась последняя композиция. И это не мы, люди, к сожалению. Это песня, которая называется «Солнце». «Солнце». Песня о том, что я говорю прямо, выглядываю в окно и говорю: «Солнце, давай, заходи уже ко мне в окна и в двери тоже заходи, потому что без тебя совсем тяжко. А с тобой хорошо». В солнце светит.